24 августа в Твери в третий раз пройдет гастрономический фестиваль «Верхневолжье». Как и в предыдущие годы, главной темой праздника станет традиционная тверская кухня. Однако на этот раз кулинарный праздник несет с собой и немало сюрпризов. Подробности в нашем сюжете. По традиции организаторами фестиваля выступили правительство Тверского региона, администрация города Твери и ассоциация туризма Тверской области. А участниками стали известные кафе и рестораны, фермерские хозяйства и тверские производители продуктов питания. Однако на этот раз мероприятие пройдет в новом формате и в новом месте. А именно в пойме реки Тьмаки, где теперь расположился благоустроенный парк. Что интересного будет в нашей программе? Безусловно, впервые к нам в Тверь приезжает известный повар Ивлев Константин. Мы подготовили солянку в большом котле на 200 литров. Константин будет готовить эту солянку и угощать всех жителей этим интересным традиционным блюдом. Кроме солянки, также в меню пожарские котлеты, курники, курзятки, мнёвые пирожки и другие блюда, приготовленные в лучших кулинарных традициях Верхневолжья. Но и это еще не все. Также ассоциация туризма и императорский дворец при организационной поддержке агентства «Город-музей» разработали программу новую гастрономическую, этикет и гастрономические пристрастия императорской семьи. Экскурсии будут проводиться 24 и 25 августа. Кулинарный праздник торжественно откроется в субботу, 24 августа, в полдень. Для гостей фестиваля будет организовано несколько зон. Ресторанная, фермерская, фудкорт, технопарк, кинотеатр под открытым небом, спортивные площадки и другие развлекательные пространства.